вы, наверное, обратили внимание, у нас необычная повестка о новых формах и методах работы партии по утверждению власти трудящихся. В жизни любой страны есть два главных вопроса. Это власть и собственность. Сегодня собственность принадлежит в основном олигархии. Она богатеет и грабит страну, и трудящимся. А трудящиеся шестой год подряд нищают. Все больше накаляется обстановка. Те пожелания президента в ее послании выйти в пятерку, по сути дела, саботируются правительством и срываются. Если и дальше темпы будут вокруг 1% крутиться, провал неизбежен. Что такое провал? Вместо пятерки стать 15-м. Это политический кризис, это полный дефолт и полное недоверие. Но у нас такая страна, что многое держится прежде всего на авторитете первого лица. После пенсионной реформы 70% отвалили до 30%. И дальше продолжают носить те предложения, которые резко обостряют ситуацию и наращивают недовольство. Мы считаем, что нужна конструктивная программа, сильная команда и реальный опыт. Мы ее предлагаем. Предлагаем уникальный советский опыт. Отказываются. Предлагаем великолепные реформы под руководством партии Китая. Вроде соглашаются, вместе проводят в Питере форум по устойчивому развитию, приглашают Си Цзиньпиня и ничего не берут из их практики. Китайцы ни одной золотой акции не отдали ни одному иностранцу. Они контролируют ситуацию. А у нас, кроме алюминиевой, даже алюминиевая промышленность попадает в руки тех, кто нам навязывает свои порядки и вводит санкции. Мы опробовали вариант наших программных установок в Иркутской области. Левченко реализовал его за 5 лет. Пятилетка Левченко. Реальные результаты. Входим в десятку наиболее динамично. Решили проблему, в том числе и с черными лесорубами. Многое решаем. Вместо этого начинают информационные и уголовные преследования. Мы показали, как работают народные предприятия. У Грудинина лучшие предприятия Европы, лучшая социалка. Преследуют его, в том числе и под руководством административной власти, этих продажных и шкурных судов. Мы доказали в Мариэл, что можно восстанавливать производство и решать задачи. Там же под руководством Маркелова, который оказался бандитом, глава республики, хотели захватить и раздербанить предприятие. Не дали. Оно сейчас производит продукции на 15 миллиардов и 1 300 000 000 платит налогов. Великолепно трудится. Но вместо того, чтобы взять все лучше и вместе двигаться вперед, вот, это не реализуется. Поэтому мы на нашем пленуме не только предлагаем реальную программу, показываем опыт и будем дальше очень активно это реализовывать на практике. Сегодня на пленуме мы обсуждаем новые формы работы партийной организации, партии в целом, в современных условиях. Поэтому с учетом того, что во власть приходят все больше и больше людей от оппозиции, вы это видите на всех уровнях, то вот наше предложение по 5-летнему планированию, возвращению всего того, что хорошее было заложено в советское время, на мой взгляд, очень ценно для каждого руководителя любого уровня. Эту 5-летку мы затвердили, мы ее скоординировали в части по отраслям, по регионам, по муниципалитетам, и сегодня выполняем с точки зрения ответственности и сроков, которые там заложены. Это не прогнозы, не концепции, не стратегии, которые не имеют вот таких вот конкретных показателей. Это план. Очень важный пленум, и в рамках нашего пленума мы рассматриваем в том числе и те новые формы работы, которые реализуют наши партии, исходя из огромного советского опыта, опыта наших коллег из социалистического Вьетнама, Китая. И мы эти формы активно будем претворять в жизнь, как в системе эффективного управления, так и в ходе политической работы, политической борьбы. Вы знаете, что фактически в эти дни уже стартовала избирательная кампания по выборам депутатов разного уровня. 46 миллионов избирателей будут принимать участие в этой выборной кампании. Наша партия выдвигает своих кандидатов в губернаторы во всех регионах Российской Федерации без исключения. Это самые сильные кандидаты, представляющие широкий спектр народно-патриотических сил, народно-патриотического фронта. Мы выдвинули своих кандидатов на довыборы в Государственную Думу по всем 4 округам, и это достойные, сильные политики. Мы
боремся за то, чтобы наши товарищи участвовали в выборах, но сейчас можем констатировать, нам создают серьезные препятствия по преодолению муниципального фильтра в Республике Калмыкия и против нашего первого секретаря, выдвинутого кандидатом в губернатора Вологодской области Александра Николаевича Морозова, известного врача, достойного кандидата и политика. Мы будем требовать, чтобы борьба была честная. Хотел бы отметить, что вчера наши товарищи в Карачаево-Черкесии в 17 часов вечера попытались сдать документы на регистрацию нашего списка. Документы закончили принимать лишь в 3:30 утра. Вместе с Росгвардией, с чиновниками региональной администрации, они блокировали прием наших документов, пытаясь не допустить нашу команду до выборов. Фактически, такой вот в ночь с 21 на 22 нашей партии без объявления войны была обозначена позиция региональных властей. Мы добьемся соблюдения закона в этой республике, мы обеспечим полное соблюдение прав и не допустим давления на коммунистическую партию. Когда на нас давит, значит, власть боится, потому что другого пути нет. Об этом говорилось сегодня в докладе, об этом говорилось на пленуме, и мы будем продолжать свою борьбу. Доклад, с которым выступал Геннадий Андреевич, посвящен задачам нашей партии в борьбе за интересы трудящихся и за власть трудящихся. И разговор, который идет сегодня в рамках пленума, он базируется и на том анализе, который мы сделали в марте месяце, собираясь, оценивая ситуацию в стране, оценивая ситуацию в мире, оценивая проблемы национальной безопасности страны и проблем трудящихся, которые должны быть решены, и решения которых гарантирует только социализм. Всегда, когда мы ведем такого рода глубокий анализ, мы опираемся прежде всего на наши программные задачи, на наши программные установки. И сегодня мы еще раз подтвердили необходимость реализации программы «20 шагов к достойной жизни», которая начинается с требований национализации ключевых отраслей банковской системы и завершается интересами детства, материнства, интересами пожилого человека. Мы будем пропагандировать дальше нашу позицию, используя всю систему информационных возможностей. И мы используем наш общероссийский сбор для того, чтобы в том числе наглядно через документалистику, созданную на канале «Красная линия», показать и передовой опыт. Опыт в том числе Сергея Георгиевича Левченко, который показал уникальные результаты. Даже в условиях кризиса можно добиваться эффективной экономической работы, работы в сфере решения социальных проблем, в сфере решения проблем лесной отрасли. И мы продолжим пропаганду этих достижений дальше. Мы будем не только добиваться, мы будем защищать свои коллективы. В свое время Звениговская под руководством Маркелова решили захватить бандиты в этой республике. Мы тогда Харитоном туда привели 2000 молодых людей и отбили от этих бандитов. Собрали все материалы поведения главы республики, положили на стол президенту, потребовали послать туда специальную бригаду по расследованию. Сейчас Маркелов сидит. Уверяю, будут сидеть те, кто разрушают нам хозяйство Грудинина. Мы не позволим его развалить. Недавно я там проводил фестиваль, приходили и приезжали все представители. Наши молодежные лидеры со стороны, около 1000 человек, проходили там стажировку и практику. Все знают, что это за хозяйство, как оно работает. По всем иностранным каналам это прошло. Последнее решение Московского суда незаконно и, на мой взгляд, абсолютно преступно. Оно потакает самым темным и грязным силам. Я уверен, что мы отобьем, но я хотел, чтобы вы помогли нам. На 13 июля назначена общероссийская акция протеста против этого произвола разрушения народных предприятий. Ее поддержат все от Камчатки до Калининграда. В Москве 13 июля в 17 часов на проспекте Сахарова будет общенациональная акция в поддержку народных предприятий и тех, кто умеет достойно и честно трудиться.